Поселок Березняки, где я живу с самого детства, находится рядом с лесом. Работаю я в городе, поэтому мне приходилось каждое утро ездить туда на автобусе. То было обычное октябрьское пасмурное утро. Я, как всегда не выспавшийся и хмурый, сидел, положив голову на стекло маршрутки, которая должна была меня доставить на работу. Надо сказать, что автобус в тот раз очень спешил, и я даже не заметил, как на нашем пути оказалась маленькая, пронзительно сигналящая легковая машина. Водитель маршрутки поздно заметил не справившуюся с управлением легковушку, и автобус резко подкинуло, как на кочке. Завалившись на бок, он сошел с дороги и покатился вниз с холма вглубь леса. Водитель с ужасом совершал резкие маневры и повороты, объезжая встречные деревья, удаляясь все дальше в лес. Я заметил, как перед нами резко возник овраг, в который кубарем полетел автобус. Стекло около меня разлетелось, обжигая осколками лицо. Меня кидало из стороны в сторону. В глазах начало темнеть, и я потерял сознание. Когда я пришел в себя, моему взору предстала страшная картина. Искореженная груда металла, которая некогда была автобусом, лежала в паре метров от меня. Очевидно, я вылетел из окна маршрутки при ударе. Зажатые в железных объятиях, изуродованные трупы пассажиров смотрели в пустоту, полными смертельного ужаса и отчаяния глазами. Я даже не знал, как реагировать на то, что из выживших в этой автокатастрофе остался только я один. Мое лицо было все расцарапано осколками, левая рука сильно болела и была неестественно вывернута. Я находился один, на дне большого оврага, над которым высился метров 8 в высоту крутой отвесный склон. Осмотревшись, я увидел деревню. Да-да, маленькую старенькую деревеньку, которая стояла, огороженная забором, невдалеке от меня. Моя рука, как я уже успел убедиться, была сломана, и я, не раздумывая, пошел по направлению к той деревне, надеясь на помощь местных жителей. На мое удивление, деревня та была как будто неживой. Ни одного человека не было видно на улице. Косые деревянные домишки были очень старыми и убогими. Густая трава пробивалась почти из всех окон. «Неужели деревушка заброшена?» — мысленно задала себе вопрос, и тут же, откуда-то справа, уловил чье-то движение. Обернувшись, я увидел женщину, одетую в лохмотья, которая стояла, переминаясь с ноги на ногу, глядя на меня. Взгляд ее был опустошен. Она стояла и молча смотрела на меня, затем подошла ближе и открыла рот. Я с криками ужаса отшатнулся, видя грязные окровавленные клыки, которыми был буквально нашпигован рот этого отродья. Женщина закрыла рот и отошла, издавая жалобный вой. Из кустов вышли еще двое мужчин, неся за собой чей-то изъеденный труп. Увидев меня, они начали предупреждающе скалить свои пасти, откуда доносился приглушенный рык. На все это было очень страшно смотреть. Я с ужасом понял, что оставаться с этими каннибалами здесь больше нельзя. Однако, взяв себя в руки, спокойно пошел в сторону от деревни, стараясь не оглядываться. Боль в руке усилилась. Из моих глубоких ран на лице капала кровь, но тогда я просто не обращал на это внимания. Услышав за собой агрессивный рев этих одичавших созданий, я пошел быстрее. Мне было тогда очень страшно. Я не знал, что делать дальше и кто эти люди. Резкий удар свалил меня с ног.
и я увидел прямо перед собой уродливое, перепачканное кровью лицо одного из каннибалов. Защищаясь, я схватил его за шею здоровой рукой и начал душить изо всех сил, крича от страха и боли. Тот рычал, бил меня руками, пытаясь высвободиться. За его спиной собралась целая толпа женщин и мужчин, старух и стариков, которые пронзительно выли и облизывались. Хватка каннибала ослабла, и я откинул задушенного в сторону. Издав злой рык, толпа бросилась на меня и догнала в два счета. Они схватили меня, уже полумертвого, изнывающего от боли в руке, и потащили в один из старых заброшенных домов. Они притащили меня в грязный пустой дом, где пахло гнилью и трупами. Они бросили меня на пол. Осмотревшись, я увидел пару обглоданных скелетов, лежащих прямо рядом со мной. Один из каннибалов зарычал прямо над ухом и обнажил свои клыки. Его черная пасть начала приближаться к моему лицу. Понимая, что попытки, даже самой жалкой, у меня нет, я стал перебирать ногами, нанося резкие удары в живот монстра. Тот завыл, отмахиваясь от моих ударов. Тогда я выиграл несколько секунд для того, чтобы вскочить на ноги и бежать. Бежать из этого проклятого логова. На моем пути, к счастью, никого не оказалось, и я сумел добраться до выхода и выбежать на улицу. Не обращая внимания на боль, я бежал изо всех сил. За моей спиной уже слышалось тяжелое дыхание и рев. Ужас заполнил весь мозг, но он не сковывал меня, а лишь придавал сил бежать дальше. Впереди замаячили красные флажки. Я услышал окрики людей и понял, что для спасения мне осталось пробежать еще чуть-чуть. Прошло несколько месяцев. Несколько месяцев мучительного лечения и реабилитации. Благодаря непомерным усилиям моего психолога, я смог забыть о том безумном животном страхе, о том ужасе, что пронзал мое тело словно нож, когда я видел, слышал, чувствовал перед собой этих безобразных тварей. Об ужасной стычке напоминали только шрамы, оставленные их когтями и клыками навсегда. Я снял квартиру в городе и больше не ездил в Березняки, чтобы ничего не напоминало мне о тех событиях. Лишь потом я узнал страшную правду, заставившую подняться со дна воспоминаний весь тот пережитый мной страх. На следующий день, после того, как меня нашли, на это проклятое место прибыл наряд полиции и обнаружил пустую цветущую поляну. Той деревни, как и жутких тварей, там не было. Ha ha ha.